Утро доброе всем, кто встречает свой день с Пятым каналом. Здравствуйте! На календаре среда, 25 января. Среда пришла, неделя прошла. Ну, утрирую, конечно, но все же середина недели. Утром читала новости, оказывается, в этот день, в 1905 году в Южной Африке нашли самый крупный алмаз в мире. Представляешь, какая красота? Я представляю, какого он размера большого. А в России сегодня Татьянин день или День российского студенчества. Памятная дата в России. Кстати, о студентах в университетах и колледжах. В эти дни у нас в Казахстане все студенты завершают уже все свои сессии. Ну, закрыли, да? С чем мы их поздравляем, наших дорогих студентов. Сегодня еще поговорим о том, как наши студенты совмещают учебу и работу, и даже узнаем, сколько зарабатывают. Еще раз всем желаем доброе утро. А сегодня я поймала себя на мысли, что больше середины зимы уже прошло, а это значит, скоро весна и нужно быть в форме. И зарядка нам в этом поможет. Доброе утро всем, кто проснулся. Доброе утро. Начинаем нашу разминку следующими упражнениями. Опускаемся вниз. Если вы еще на кровати либо на диване, то прекрасно остаемся лежа на спине. Ноги мы приподнимаем вверх, руки перед собой. Мы делаем легкие скручивания подбородка груди с круглой спиной. Несколько раз поднимаемся наверх. Почувствуйте, как напрягаются прямые мышцы живота. Спина наверху немного округляется. Расслабьте подбородок. Делайте выдох наверху. Еще 3, 2 и 1. Хорошо. Следующее упражнение. Что мы делаем? Мы остаемся лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги сгибаем в тазобедренном коленном суставе на 90 градусов и поочередно сгибаем, разгибаем коленный сустав, левое, правое. Можете смотреть на нас в телевизор, либо в себе в потолок. Если вам это положение очень легкое, можно приподнять корпус. И то же самое, у вас будет еще больше напрягаться ваш пресс. Почувствуйте, как появляются у вас кубики на животе. Еще 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Следующее упражнение. Руки мы открываем в сторону. Правую ногу приподнимаем вверх, вторую ногу выпрямляем и скручиваем в одну сторону. Почувствуйте расслабление в поясничном отделе и в другую сторону. Это, кстати, упражнение у меня в последнее время топ номер один. Оно клевое, правда? Растяжение поясничного отдела. Потому что весь день мы сидим, стоим. Особенно если у кого есть грыжи или протрузии. Вообще топчик. Очень-очень добавляет комфорт. Давай сделаем в одну сторону и последний раз в другую сторону. Ой, прям хорошо. Самая приятная часть. Приподнимите подбородок, обхватите колени и сделайте легкие перекаты на пояснице. Представьте, что поясница должна продавить пол, позвоночник стал как будто лук, круглый-круглый и натянутый. Желательно на этом упражнении, я думаю, чтобы вы лежали немного на твердой поверхности. Можно на ковре, но не прямо на голом полу или кафеле. Можно что-нибудь подложить, но чтобы это не была, наверное, сильно мягкая кровать. Можно еще делать на горячем песке где-нибудь на море. Да, о, это вообще. Это будет самый идеальный вариант. О, хорошо-то как. Все классно. Доброе утро всем. Выполняйте этот комплекс. Я проснулась просто. А я получил релакс поясничного отдела и прокачал пресс. Всем хорошего дня. Зарядка прошла, и самое время узнать, чем интересен сегодняшний день. Давай начну. Давай. 25 января, как мы сказали, уже Татьянин день. А в простонародье праздник – День студента, так как считается, что Татьяна – покровительница всех тех, кто учится. Лена, ты вот когда училась, ты отмечала День студента? Как это проходило? Был у нас День студента. Мы, ну, как обычно, собрались группой, сходили в кафе, потанцевали, хорошо провели время. Узнали друг друга получше. Хорошо провели время. Студенты, я знаю, как проводят хорошо время. Очень весело, очень весело. Также сегодня отмечают необычный зимний праздник. Вот сейчас скажу, удивишься. День счастливых снеговиков. Во как! Снеговик – настоящий дух зимы.
Интересно, что первые снеговики изображались недобрыми, свирепыми снежными монстрами. Вот, представляешь, морковка. Зубы, наверное. Красные глаза, как у вампира. Да. Это не случайно, ведь давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами приносили много хлопот людям. А подскажи-ка мне, пожалуйста, добрых или злых снеговиков ты лепил, когда был поменьше? Ты знаешь, судя по их виду, скорее мудрых. Да. Давай дальше. А еще сегодня день собственной комнаты. Хороший день. Ну, кто в детстве у нас не мечтал иметь собственную комнату? Да и сейчас, на самом деле, не каждый человек, Лена, согласись, да, не каждый человек в мире может похвастаться тем, что может уединиться и отдохнуть от всех и вся. А в Таджикистане, например, сегодня день социального работника. Очень сложная подчас работа. Как правило, на нее идут люди, призвание которых помогать другим. Поздравляем людей с этим праздником. А в Шотландии ночь Бёрнса. Это английский поэт, один из выдающихся людей Шотландии. Да. Несмотря на то, что прошло уже более 200 лет, Бёрнс до сих пор актуален не только в Англии, но и во всем мире. У меня, знаешь, забавная история жизни есть, связанная со стихами Бёрнса. Когда я поступал в ВУЗ, я из интернета скачал стихотворение, его называется «Ничего». И вот, знаешь, представляешь, там текст... Для комиссии, для приемной комиссии. Для приемной комиссии, да, читал стихотворение, да. На актерский поступал. Ой, мне уже страшно. И там оказалась ошибка, опечатка, была поставлена запятая. А я по неопытности своей не понимал. Вот я тебе сейчас прочитаю начало стихотворения, прочитаю так, как я его прочитал в приемной комиссии. «С приветом я к вам посылаю Пегаса, конька моего. Спросите, чего я желаю? Я вам скажу, ничего». Простите беспечность поэта, дышу я и только всего. А шум деловитого света не стоит подчас ничего. И вот представляешь, я ведь прочитал «С приветом я» и дальше «К вам посылаю Пегаса». И приемная комиссия после того, как я сказал, что я с приветом, просто вся упала от смеха. Ты прошел? Нет, нет, но меня точно запомнили. Ну за артистизм хотя бы. За артистизм похвалили, да. А что у нас дальше? А дальше у нас, ну что, опять студенты. Хоть 25 января День студента в Казахстане не празднуют, но поговорим о студенческих годах. Ты бы хотел вернуться в те прекрасные годы? Прекрасные или непрекрасные? Наверное, нет. Потому что мне было довольно тяжело. Я учился днем, работал по ночам. Много дней в неделю я не спал. Но скажу тебе честно, что я, в принципе, рад этим годам, рад этому опыту, потому что это прям такая школа жизни. Поэтому я благодарен этому. Жизнь. Да. А вот Дарья Чеканина, кстати, опросила студентов нашего города. Студенчество воспитывает ответственность и самостоятельность. Большое число обучающихся, помимо посещений занятий, находит время и на работу. Мы решили узнать, много ли трудоголиков среди студентов. Да, я подрабатываю выходными продавцом консультантом. Нет, не работаю. Я студентка и параллельно работаю оформлением свадеб, разных торжеств. Учусь на врача. Не работаю, потому что большой учебный день и нет времени на это. Я подрабатываю фотографом на свадьбах. Иногда продавцом, иногда грузчиком. Да, удается, ну, не особо тяжело. Нет, это не сильно так и тяжело. В принципе, грамотно распределять свое время. Просто в обыденное время получается будни не учеба, а по выходным работа и все. Все было легко. Получается, стипендия приходила, еще и зарплата была вообще хорошо. У нас уже началась практика, и, возможно, тогда получится. А вот конкретно на данный момент не особо. Да, удается. Раньше я думала, что это тяжело, как-то не смогу понизить мою успеваемость. Но, на удивление, все хорошо. Не знаю, мне кажется, от человека зависит. Насколько он целеустремленный. И мне кажется, везде можно работу найти, даже в свободное время. Нет, это заблуждение. В принципе, в наше время, в принципе, очень легко найти работу для студентов, потому что специалисты, особенно молодые, требуются во многих местах. Просто надо уметь и где надо искать знать. Ну, это зависит от человека и от его желания. Если человек ленивый, то, конечно, он не найдет работу.
А если он захочет, то он горы свернет. Не каждый работодатель готов принимать студента, ну, например, в доступное для студента время, например. Нет, это возможно, просто может пострадать качество учебы в случае, если студент работает. Конечно же, заблуждение, потому что сейчас можно хоть где угодно найти подработку для студентов с, в принципе, нормальной зарплатой. Стипендии у меня нет, но от заработной платы я зарабатываю от 180 тысяч и выше, в зависимости от сезона, торжеств, свадеб. В месяц, ну, выходит около, свыше 15-20 тысяч. Это только по уходу просто, если работать. И то не всегда. В общем, ну, 1050, думаю. Стипендии, карманные деньги, все вместе около 100 тысяч. Ну, всегда по-разному выходило, где-то 60-70. А стипендий у меня нету. Я учусь на делопроизводителя. Моя профессия, ну, не сказать, что вау, но она востребованная. Да, пока нравится. Да, в принципе, меня вполне устраивает. Я уже работаю в этой сфере около полтора года. Меня все устраивает, коллектив хороший. Да и сама профессия довольно интересная. Нужно общаться с людьми, хорошо прокачиваются навыки общения и коммуникабельности. И я сам вот люблю компьютерные вычислительные техники. С детства просто в компьютере работаю. Вот. Я учусь на учителя физической культуры. И, ну, я всю жизнь, можно сказать, почти в спорте. Ну, хотелось бы, но не в ближайшее время. Я хочу работать хирургом, так же, как мой дед. Я учусь на программиста и планирую тоже работать по специальности. По профессии, да, планирую. Ну, это то, что меня интересует в плане рисовать и что-то самому придумывать. И мне сам спорт нравится, и как обучают. И вот я хочу передавать как бы из поколения в поколение, что ли. Вообще не планирую, но что-то мне подсказывает, что я буду работать на этой профессии. Говорят, в старости человек жалеет о нескольких вещах. О том, что не уделил должного внимания близким, не успел увидеть мир, не следил за своим здоровьем и телом. А лидером людских сожалений является нелюбимая работа. О выборе профессии стоит задуматься еще в школьном возрасте. А если время упущено, не бояться уйти от стабильности и заниматься тем, к чему душа лежит. Завтрак. Мой самый любимый прием пищи. Я бы сказал, самый важный прием пищи. Согласна. Завтрак заряжает нас энергией и настраивает на продуктивный день. Ведь человек, проспав всю ночь, просыпается, ну, просто очень голодным. Ну и тогда вопрос. Что предпочитаешь кушать утром? Я ем по утрам овсяные хлопья. Завариваю их с молоком, несколько бутербродов с маслом и сыром. И мед, сухофрукты. Отлично, теперь мы знаем, что любит и кушает Яник по утрам. Знаешь, я могу сказать, я тоже люблю кашу овсяную по утрам, омлет или вареное яичко. Также орехи, да, ну и чашечка кофе или чая. Еще вспомнился мне анекдот. Анекдот? Ну, такая, может, смешная, может, кому-то не смешная история про завтрак. Ну, заранее говорюсь, это всего лишь смешная история. Это не история жизни. Нет, хорошо. Парень спрашивает у девушки: Маша, что ты все листаешь в кулинарную книгу? Ну, ему отвечает она: хочу сварить себе яйцо на завтрак. Да вот никак рецепт не найду. Ну и что, он в конце концов нашла рецепт? Нет. Расстались? Да. Ну, расстались, да. А давай-ка посмотрим, как готовят завтрак профессионалы. Доброе утро, друзья! Бонжорно! Все мы знаем, что именно от женщины зависит погода в доме. И я предлагаю как можно раньше начать создавать эту атмосферу, а именно с завтрака. Но говорят, что самые лучшие повара – это мужчины. Поэтому сегодня мне будет помогать Фархад. Доброе утро! Здравствуйте! Ну что, Фархад, давай расскажем, что сегодня мы будем готовить. Сегодня мы будем делать панини с индейкой. Итальянский бутерброд на утро.
Белиссимо. Ну что, я думаю, приступим. Фархад, я думаю, что каждый из нас сделал сегодня по одному панини. Пожалуйста, бери свой хлебушек. А я начну рассказывать, какие ингредиенты нам потребуются для приготовления этого чудесного завтрака. Нам необходимо 2 кусочка хлеба. Причем вы можете брать любой на выбор, как вам больше нравится по вкусу. Мы берем бездрожжевой, чтобы, девочки, лишнее на бедрышках не нарастало. Для соуса нам потребуется кетчуп и майонез. Фархад, пожалуйста, бери, даю тебе добро. Сыр моцарелла и копченая индейка. Фархад уже начал, я немножко отстаю. Почему-то в этом рецепте обязательно необходимо мазать одну сторону майонезом. Один хлебушек майонезом, а второй кетчупом. Не знаю, для чего это делается. Может быть, чтобы сохранить равновесие инь-янь. Но сейчас посмотрим. Вообще, в любом рецепте очень важно сохранять рецептуру, потому что именно тогда получается невероятное блюдо. Продолжаем намазывать. Я пытаюсь успеть за Фархадом, думаю, у меня неплохо получается. Так, красивенько. Все делаем с любовью. Самое важное в приготовлении еды что? Любовь. Поэтому можно все посыпать щепоточкой любви, как закончите. Девочкам немножко можно много опоздать. Не надо. А, все, все, хорошо. А главное не перемудрить. А далее самое приятное. Сейчас мы будем посыпать все это моцареллой. А, и вот вопрос, на одну сторону хлебушка мы это сыпем или на две, чтобы пожирнее? Мы начинку выкладываем на одной стороне. Прекрасно. Вторым куском хлеба мы накрываем. Прекрасно. Переходим. Сейчас виртуозно, по-итальянски, размашисто. Побольше. Давайте. Фархад готовит для девушки блюдо поменьше, чтобы она могла скромно кушать. А я готовлю для мужчины, чтобы мужчины не стесняются открывать рот за столом. Поэтому можно класть начинки побольше. Потому что все мы знаем, что голодный мужчина – злой мужчина. Нам этого не нужно. Поэтому делаем побольше. Ну и пока Фархад нарезает тоненькими слайсами нашу копченую индейку, нам необходимо подготовить то, где мы будем ее доготавливать, а именно гриль. Включаем, потому что она уже должна быть разогрета до необходимой температуры. И буквально на минуточку мы отправляем туда наши вкусные сочные панини, и можно подавать к столу. Фархад и для меня нарезал. Да, это ваше. Благодарю. Ложим на сыр. Все, поняла. То чувство, когда хозяйка на кухне ты, но почему-то командует повар. Ну, Фархад, сегодня даю вам фору, так и быть. Ух, какой сочный получается бутерброд. И самый важный момент, запечатываем всю эту красоту. Сюда можно было бы еще шпажки, да? Но так как мы засунем в гриль... При подаче можно, конечно же, но... Возьмите на вооружение маленькую хитрость. При подаче можно воткнуть шпажки, чтобы девочки, когда будут кушать, все это не распадалось. Так, ну что, наша гриль уже готова? Думаю, да. Прекрасно. Главное, ничего не сломать. И так. Как-нибудь наискосок положить. Почему именно наискосок? Чтобы был красивый рисунок. Поехали. Отправляемся. Прям придавить. Прям придавливаю. Да. Со всей любовью. Ждем ровно минуточку, Фархад, засекай время. Надо прям придавить, придавить, чтобы прям... Я могу сесть на него. Очень сильно. Если это не очень опасно. Минута уже прошла, а то у меня руки устали держать. Еще нет, еще немного. В следующий раз эту гриль будет держать Фархад. Ну, либо в следующий раз мы будем готовить что-то без гриля. Подсматриваем, все ли готово. Еще немножко. Еще не зарумянились. До золотистой корочки. Такой легенькой. Прижимаем, включаем все группы мышц. Они еще не готовы, но я уже хочу их попробовать. Что, проверим? Проверим. Я даже боюсь туда заглядывать. Ничего ли я там не передавила? Отлично. Какой аромат. Жаль, что камера не передает аромат. Нет, хорошо, что камера не передает аромат, а то сейчас гостей бы набежало. Мы можем доставать? Да. Чудесно. Фархад мне поможет в этом. Ложечком поддеваем. Я прям вообще даю все в твои руки, пожалуйста. Мне не жалко. А мы можем ее выключать. Да. Прекрасно. По рисунку надо порезать пополам. Режем по рисунку. Причем рисунок может быть у вас любой. Кстати, есть фигурные ножи, это тоже будет очень круто, если вы воспользуетесь таким ножом.
Фархад, пожалуйста, выложи свои панини на тарелочку. Я выложу свои. На самом деле можно было бы это еще украсить зеленью, каким-то салатом или маленькими помидорами черри. Все по вашему вкусу. Чем больше витаминов, тем лучше. Чем больше витаминов, тем лучше настроение. Боже, какая красота у меня получилась, Белла! Друзья, готовьте с удовольствием. И с таким завтраком классный день вам точно обеспечен. Повкусывай. Не хрустите коленями. Всем хорошего дня. Завтрак действительно получился вкусным и сочным. А какое панини с индейкой без вкусного чая или просто стакана чистой воды? А мы напоминаем, что в понедельник Пятый канал и компания «Эргономика» запустила розыгрыш фильтров для воды. И для того, чтобы участвовать и получить приз, нужно выполнить буквально пару условий. Быть подписанным на наш аккаунт в Инстаграме пятыйканал.кз, название вы видите на экране. Далее найти пост об этом розыгрыше от 23 января на страничке Пятого канала. Следующим шагом необходимо отметить под этим постом одного друга. Количество комментариев не ограничится. И дождаться нашего эфира в пятницу 27 января, где мы разыграем наш приз. Надеемся, что повезет именно вам. Далее немного интересных новостей как из нашего региона, так и со всего мира. Карагандинские учителя блеснули мастерством. В Астане прошла Республиканская математическая олимпиада для педагогов начальных классов. В финал вышли 150 учителей-предметников со всей страны. Карагандинскую область представляли на состязании 8 учителей. Трое из них вернулись домой с призовыми местами. Победа досталась Ларисе Романовской, учителю Карагандинской гимназии номер 97. Романовская работает в школе 26 лет. За это время она написала 5 учебно-методических пособий по своему предмету и подготовила не одно поколение детей к математическим олимпиадам. Второе место заняла Шинар Стамбекова из Балхаша, учитель начальных классов школы-лицея номер 2. Помимо уроков, она ведет кружок для юных любителей математики и логики. Шинар убеждена, что такие соревнования среди учителей влияют на педагогическое мастерство и интерес к работе. Третье место досталось учительнице Карагандинской гимназии номер 45 Натальи Капинос. Программист собрал верификатор смеха в чатах. «Лол» – сокращенное название популярного смайла, которое переводится как «смеюсь в голос». Этот смайл входит в десятку самых используемых по всему миру. Кодер решил проверить, действительно ли «лол» означает громкий смех или пользователи все-таки лукавят. Его устройство сопоставляет реакции пользователей в переписке с тем, что происходит в реальности. Прибор подключается к компьютеру, а программа интегрирует его в популярные мессенджеры. Если человек отправляет кому-то «лол», и прибор слышит смех, в сообщении автоматически появляется подтверждение, что собеседник не врет. Если же машина слышит тишину, смайл заменяется на альтернативный, например, «забавно». Не самое полезное изобретение, тебе скажу, человечество, но сама идея изрядно насмешила пользователей. А вот швейцарские инженеры создали действительно полезную в хозяйстве вещицу – дрон-перфоратор. Устройство умеет летать и делать отверстия в стенах с высокой точностью. Внешний прибор напоминает вертолет, только без пассажирской кабины. В воздух он поднимается с помощью двух небольших винтов, расположенных по краям. Встроенные датчики позволяют ему прицелиться, а вакуумные присоски закрепиться на поверхности стены. Роторы дрона обеспечивают давление в 100 ньютонов. По словам разработчиков, устройство будет полезно в труднодоступных местах. И на опасных объектах, конечно. В результате некоторые строительные работы на большой высоте можно будет проводить с помощью одной лишь техники, не рискуя жизнью рабочих. Дрон можно оборудовать любыми электроинструментами, не только дрелью. В этом списке шуруповерт, лобзик и пила. В составе летающих дронов они могут стать серьезным подспорьем при строительстве высотных сооружений. Природа взяла свое. В сети пользователи обсуждают победу жизни над технологиями в масштабе отдельно взятой квартиры. В
США парень уехал из дома всего на несколько месяцев, а когда вернулся, его ждал сюрприз. Дома путешественник обнаружил, что его комнатный цветок пророс в монитор через HDMI-разъем. Остается только гадать, чем же устройство так привлекло это упорное растение. Американец сделал несколько кадров и запостил в сеть. Снимки уже облетели весь мир, став поводом для шуток. В его отсутствии природа настолько очистилась, что цветы начали расти в мониторах. И времени на это понадобилось совсем немного, каких-то полгода. Удивительно, на что способна флора, если дать ей срок. А на что способны звезды, знают многие. Лучше их послушать, а иначе будет хуже. Ну, шучу, конечно. Но прислушаться к хорошим советам все же стоит. Сегодня овнам не стоит спешить принимать решения. Многое из того, что сейчас кажется простым и понятным, на самом деле гораздо сложнее. Так что постарайтесь получить максимум информации, поговорить со знающими людьми. Наверняка появятся интересные идеи и правильные решения. У тельцов сегодня легкий и удачный день. Появляются новые идеи, достигать их оказывается нетрудно. Вам нравятся новые дела и интересные задачи. Смелые эксперименты доставляют удовольствие, а общение с единомышленниками поднимает настроение. Близнецам сегодня стоит настроиться на серьезный лад. Ответственный подход к любой работе обещает хорошие результаты. Вторая половина дня будет приятной. Ракам сегодня стоит сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. Вы действуете правильно, пока руководствуетесь здравым смыслом. Вторая половина дня подходит для спокойных и плодотворных занятий. Это время ответственных решений, о которых не придется жалеть. Львам сегодня звезды сулят романтические знакомства. Вторая половина дня будет, конечно, труднее, но в это время придется заниматься решением организационных вопросов. Договориться с кем угодно сегодня в первой половине дня смогут девы. В это время едва ли кто сможет противостоять вам. Вы убедите в своей правоте даже тех, кто раньше с вами никогда не соглашался. Благоприятный день для общения сегодня у весов. Помогает острая интуиция. Благодаря ей вы можете найти подход даже к тем, кого едва знаете. Способность поладить с кем угодно оказывается очень полезной в делах. Благоприятный день для общения сегодня у скорпионов. Не исключены новые знакомства, которые окажутся интересными и полезными. Вы нравитесь многим, и часто люди предлагают вам свою помощь, рассчитывая таким образом завоевать вашу симпатию. Стрельцам сегодня предстоит заботиться о чужих интересах. Поначалу это будет раздражать, потому что придется отложить дела, которыми вы давно планировали заниматься. Но позже вы справитесь со своими эмоциями и даже найдете в происходящем какие-то плюсы. У козерогов сегодня споры могут возникать чаще обычного, но вам удастся убедить всех в своей правоте. Хорошо проходят публичные выступления, полезными оказывается участие в общественных мероприятиях. Беспокойный день звезды сулят сегодня водолеям. Будет много дел, требующих внимания, и с самыми сложными задачами вам придется справляться самостоятельно. Звезды считают, что знаний и опыта у вас для этого достаточно. Водоворот событий сегодня ожидается у рыб. Не исключено, что придется отказаться от каких-то запланированных поездок и развлечений. Знакомые могут предлагать помощь, но по-настоящему помочь вы сможете только себе сами. Как интересны в мире бывают совпадения. Не зря говорят, что хозяева очень часто бывают похожи на своих питомцев. Ну, или наоборот. У меня для тебя, Лена, есть вот небольшая подборка фотографий, где хозяин позирует со своей собакой. Вот я тебе хочу показать и хочу посмотреть на твою реакцию. Так, вот, интересно, интересно. Вот первая фотография. Вот. Ну надо же, ну действительно похоже. Смотри, когда интересно, ведь глаза что у хаски, что у хозяина. Выражение, да? Лица. И выражение лица, как смотри. Поймал хозяин. Следующая фотография. Так, что там у нас? Похоже. Похоже? Однозначно похоже. А чем похоже тебе? Мне кажется, смотри, хозяин. Они такие оба веселые, в кавычках. В кавычках веселые, да. Смотри, как еще классно, что цветовая гамма, посмотри, когда хозяин, что обувь, что курточка у него, ну прямо абсолютно, как у собаки. Друзья, можно сказать. Давай третью.
О, так мило. Слушай, кто кому интересно делал прическу? Да, может, друг другу. Классно, да? Давай дальше. О, вот да это мне нравится, ладно, классно. Да ладно, вообще такая классная фотография, смотри. Смотри, как будто улыбается, да? Да, да. Такие интересные фотки, и люди красивые, такие животные классные. Давай, давай. Он одет во что-то, да? Да, видишь, у него такая водолазка, да, и собака тоже на нее одели водолазку. Так. Это моя самая любимая порода, корги. Обожаю их. Ой, просто. Ой, такие улыбчивые, да? Ну, посмотри, да? Собаки-улыбаки. Собаки-улыбаки, да, да. И хозяин, видишь, тоже это... И уши, кстати, тоже похожи. Смотри, за счет того, что у хозяина стрижка такая. Верно подметил, да? Да. Просто твикс, сладкая парочка, знаешь? Ну, тебе виднее. Так. Ух ты, девчонки. По-моему, такие леди, да? Да. Очень красиво получилось. Действительно, говорят, хозяева, животные на своих хозяев похожи, да? Или хозяева на животных. Так, вот теперь смотри. Очень интересная подборка. Да. Такой большой песик. Большой, да, я даже не знаю, как это называется, эта порода. Вот, если зрители знают, то могут в комментариях написать нам. Вот, так. А вот это, смотри. Одуванчики. Да, да, замечательно. Причем, смотри, они стоят явно то ли у какой-то двери, то ли у окна и чего-то ждут. Ну, смотри, как классно. Похоже на где-то в Лондоне вот эти красные лондонские будки. Я тоже подумал, да, по поводу телефонной будки. Да, кстати, это действительно будка, видишь? Так, это, видимо, какое-то идет соревнование. Наверное, кстати, да, да. Видишь, как бы собака очень причесана, прям видно. Да, это последняя была фотография. Классная подборка. Да? Тебе понравилось? Да. Класс. Интересно. Что еще раз подтверждает, да, что да. Действительно мы вот синхронизируемся. Вот интересно, мы выбираем так наших домашних животных для себя? Или они нас? Или они нас, да. Не знаю. Рабочий день у большинства горожан вот-вот начнется. И мы вам желаем отработать без больших трудностей. А мы с вами на сегодня прощаемся и ждем вас на 5-м канале с 7 до 9 утра завтра. Берегите себя!